Поэтому, если мы встречаем или встретим испытания, не стоит спрашивать себя, ну почему это я, почему оно меня коснулось, почему не кого-то другого. Наоборот, нужно радоваться и ликовать. Мы можем развить стойкость, мы можем проверить свою веру, проверить свои отношения с Иеговой, проверить вообще качество нашей духовной личности. Нельзя быть немножко стойким. Либо мы стойкие, либо нет. Но эту стойкость надо проверить, есть ли она у нас. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, вы меня слышите? Да, слышу. Алло. Здравствуйте, меня зовут Марат, я свидетель Иеговы с Калуги, Калужская область. Я правильно позвонил? Европейская ассоциация свидетелей Иеговы? Да. Угу. У нас такая проблема. Ну, в принципе, очень многие старейшины уезжают, служебные помощники уезжают, сестры там все в панике, вот даже не знаем, что делать. И... Ну, вот такая как бы проблема. Понятно. Ну, я тут вряд ли чем могу помочь. Моя работа – это общение с журналистами, так что мы такими вопросами не занимаемся. Ну... Знаете, самое что интересное, что вот было тихо, мирно, да, мирное время было, и вроде бы все стояли, все так грамотно разговаривали. Говорят, что мы за Иегову, за организацию пострадаем. Как время такое настало, ну, быстро взяли, все смотались. Ну, что это такое? Может быть, какие-то нужно предписания дать или что-то, чтобы оставались здесь, не выезжали. Но мы остались, а... Подавляющее большинство уехало. Да, к сожалению, такое бывает. Ну а что по этому поводу? Такой вопрос. Каждый решает сам. Ну, каждый решает сам, что ему делать. Это сложный вопрос. Нет, ну это никто очень... Да, я не спорю, как бы поступил, но получалось, что гонения начались, стояли с пипитр одно говорили, а в действительности получилось совершенно другое. Ну что это такое? Может быть, каких-то более ответственных братьев подбирать нужно? Ну, я тут вряд ли чем могу помочь. Ну, это просто вот сейчас я могу... Это личное дело каждого. Кто уедет, кто останется, это... Нет, ну вам-то там оттуда вообще хорошо говорить, знаете, а здесь давать рекомендации какие-то, поощрять. Пускай приедут сюда миссионеры и попробуют это. За миссионерами стоят какие-то организации серьезные, их в обиду не дадут, а мы-то что здесь сами без пастыря доброго остались? Алло. Да, ну и что, мне сказать нечего. Я сказал, что я могу только сочувствовать. Ну хорошо, спасибо, хоть что сочувствуете. Да. Все, спасибо. Да, конечно. Угу. Пожалуйста. Ну, мы можем подумать, на каких учеников хотим быть похожими мы? Тех перед казнью Иисуса... Или на тех, которых высекли в Синедрионе? Ну, кажется, ответ очевидным. Но как достичь этого результата? Тоже ответ очевидный. К испытаниям нужно готовиться. Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. И мы как раз этим и занимаемся. Тогда мы сможем состязаться с конями. Божья помощь не пришла, и суды мы проиграли. Мысль вертится с утра, нас с тобою наебали. Умудрились за бугор с филиала братья смыться. Ну а мы остались.
остались здесь, нам придется расплатиться. Братья главные на пляж ходят в Таллине купаться. Ну а мы остались здесь, нам придется отдуваться. Вася Калин весь в слезах с филиалом расставался, повествуя на суде, как по ссылкам он скитался. Но повторно уж хлебнет он гонения едва ли. Ну а мы с тобой хлебнем, нас с тобою наипали. Проживает он сейчас в прибалтийском филиале. С тобою наебали. Апелляции капец, больше нечем отбиваться. Что ж поплачем, брат боец, на свободе бы остаться. Божья помощь не пришла, и суды мы проиграли. Что ж, обычные дела нас с тобой.